20 декабря. Вот такая зима у нас. Снега нету. Плюс 5 температура. Ну а я хочу нарезать черенков, то есть палочек таких, сантиметров по 20. И поставить в воду, чтобы пустили корни. Здесь хороший сорт винограда. Посадили, вот он разводится. Хочу еще развести такого винограда. Сейчас нарежем черенков. Вот как бы вот эту веточку отрежу. Вот такую, сантиметров 20, чтобы как раз тут зависть, тут и тут. Эту. Вот эту. Ну, как бы эту на черенки порежем ветку. Ну вот, набрал водички в банку. Теперь берем эти черенки. Ставим в воду. Должны пустить корни. И по идее листики. И почки. Я уже так делал. Всегда получалось. Все, будем ждать. Итак, друзья, 20 января. И вот так они проросли. Корни там уже начинают пускать. Прошел месяц всего лишь. Всем привет. И вот такой виноград уже разросся. Там корни появились. Все как надо. 5 штук. Один вот почему-то засох. Может, когда воду наливали, не полностью он в воду опустился, подсох. А вот это вверх ногами я ставил. Ну, случайно получилось, что вверх тормашками воду поставил. Я его вовремя успел перевернуть. Так вот он вроде бы отживается. Вот такие корни. Все как надо. И вот собираюсь вот такие бумажные стаканчики. Стаканчики пересажу в землю. И все будет до весны как бы в стаканчиках. Ну вот, друзья, вот такая вот красота получилась. 5 саженцев, короче. Один выкинул, чтобы не мучиться. Вот 5 штук хватит. В земле будет лучше развиваться, я думаю. Корни приживутся. И потом весной пересажу прямо со стаканчиками. Виноград хороший, сортовой, крупный. Все. Весной будем пересаживать. Посмотрим, как разрастется. Все, ставьте класс, кому понравилось такое видео. Пока.